Прошел очередной осенний чемпионат по кросс-викторине «Знай свой край». В год мира и созидания он посвящался Дню народного единства. По объективным причинам игра переносилась, но тем организаторы менять не стали. Думаю, что сегодня уже игра состоится. К сожалению, впервые за многие годы нам пришлось ее по объективным причинам переносить. Но та тема, которая была запланирована, она остается. То есть День народного единства. Как известно, 17 сентября 1939 года в наш край вошли войска Красной Армии. Ну, правда, Слоним был освобожден 18-го. И вся игра, 6 объектов зашифрованных, они будут посвящены этому событию. В Чайнворде тоже несколько определений будет связано именно с этим событием. На этот раз дистанция была небольшой, поэтому основные бонусы игроки приобретали в блиц-викторине. Лучшими в этом виде были ребята из гимназии номер 1. Команда, ранее не занимавшая близко мест в первой десятке, на этот раз готовилась явно основательнее. Игроки райпотребобщества, детсада номер 5, специального детсада, медколледжа, как всегда, были на высоте. Лучшим игроком, ответив на 8 из 10 сложнейших вопросов, стал девятиклассник гимназии Тимофей Афанасик. Итоговую таблицу вы видите на экране.